Так, мы помолились уже, Игнатий Ильич. Хорошо. Молились. Не просто не Царю Небесный, я еще помолился. Попросил, как Марфа и Мария у ног Христа. Ну давай, ты там про себя иди там, помолись. Куда? Куда ты? Чего ты туда лезешь? Иди ты сюда к столу. Все, поехали, Сережа. Читай. А тут тряпочки лежали, куда они делались? Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Да. Евангелие от Матфея, 16 глава, 4 стих. Род лукавый и прелюбодейный знамения ищет, и знамения не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Толкование я... И оставив их, отошел. Толкование. Он называет их родом лукавым, потому что искушают его, прелюбодейным, потому что отступают от Бога и прилепляются к дьяволу. Он не дает им знамения с неба, хотя они и просят о том, но дает только знамение Ионы, то есть то, что, будучи 3 дня во чреве великого кита, ада, он воскреснет. И сие знамение ты можешь назвать и небесным, так как при смерти его помрачилось солнце, и вся тварь изменилась. Пожалуйста. Вопрос, он говорит, вместо Бога дьявола. Какое отношение тут дьявол и Бог? В каком месте дьявол вмешивается? В толковании тут слово дьявол упоминается, а как? Теперь уж никак без этого. Рады бы, да никак. Ну, ты что думаешь? Ну, перед этим надо вспомнить, о чем речь-то. Они, фарисеи, саддукеи, искушали его. Чем искушали? Покажи нам знамение с неба. Для чего? Да не для чего, они бы все равно бы не уверовали-то. Ну, он же сказал им, не даст вам знамения, кроме Ионы пророка. Нет, вот я отвечу, что совсем никак. Вот при Григории Карагандийском они знамение Бог дал, явился на облаках, и они уверовали. Нет, не так. Да. Не все, там написано, очень много не уверовало. Ну, кто-то уверовал, обо всех как говорить? Кто-то, да. Речь идет о том, что это было знамение. Когда просят знамения, покажи нам знамение, тогда уверуем. То есть уже изначально в интонации мы не, то есть они изначально не верили. Даже если было бы знамение, они, да, это... Ну тут говорится о дьяволе, вместо Бога дьявола. Тут нужно сказать так, что знамения искали, и люди находят. Вот сейчас паспорта, пластиковая карточка, 666. Все это знамение, знамение они считают. Это сатана толкает. Там плоская земля, это от дьявола такое учение. А божественное достаточно, чтобы уверовать одно, что он воскрес из мертвых. Я в это верю, остальное меня не касается. Нам еще чудеса не нужны, зато я и так верю. Вот о чем речь. Дьявол заменил божественное своим. И люди в это поверили, это знамение. Что бы ни случилось, какая-то непогода где-то, а это знамение, звезды спадают, то есть выдумывают все. Вот где знамение. Все время об этом говорят, о знамениях. Вот мы были, вот там знамение такое, и мне было знамение, там сны рассказывают. Все. Так вопрос такой у меня. Значит, получается, теперь те люди, которые к нам приходят, надо их проверять и на знания истории, географии, получается. Роман-то к нам заполз, да, как хитрой змеей. Он только через год сказал, что он у него плод. Алексея заразил. Да, самое главное, он заразил братьев. И Алексей на полном серьезе потихоньку-полегоньку какие-то беседы ведет. Мы с ним тогда побеседовали, он меня понял. Оказывается, он с братом еще не беседовал. Ему но он потом мне уже, видит, что я не отвечаю, он потом, ой-ой, извини, это я ошибочно послал. А, да не, это не ошибочно, это понятно. Вот. Это они так причем действуют. Причем два ролика, это два раза ошибся, что ли? Да нет, они так действуют просто. Так и есть. Вот, видишь, что реакции никакой нет. На все возникающие вопросы Библия не дает ответ. Вот я говорю, сколько написано? Я отрубил ухо рабу, имя рабу Малх. Его больше нигде не применить. Мне зачем это имя? Но Евангелие сохранило.
Меня интересует имя той женщины, кто сказал, блаженно чрево носившая она. Она сказала. Ну? Ну, узнать-то, кто сказала-то, кто? А дальше-то другое. Сретение. Сретение вообще ничего не дают. А почему не сретение Павла со Христом на пути в Дамаск? Никогда никто не вспомнит. И никак. Главный праздник какой? Для меня главный теперь в моей жизни праздник. 27 сентября, когда мне в руки дали Библию, Евангелие. И здесь это, об этом говорится, но надо просто научиться видеть, что за этим стоит. Это понимать, какая обстановка. Вот он приходит, вот я сейчас смотрю ролики, к нам приезжал тут один, все нормально, хорошие работы, но заговорить о том, что земля не круглая, а плоская, у меня даже в мозги не вклят. Это как надо учиться было, даже в школе сюда не учиться. Села, протянет. Это совершенно надо быть невеждой. Китай сейчас запустили спутник, да не простой какой спутник там, который исследует с обратной стороны Луны, туда ни американцы, ни русские не заехали. А так какой уровень сейчас уже поднят в Китае? Мало того, готовится программа, рано или поздно должны там куда они кипить. На Марс, нет, на Марс. Да, но мы должны знать, это одно из знамений. Я не считал сам, но слышал, у Ефрема Сирина сказано, что предпоследним временем человек ступит ногой на Луну. Он не понимал расстояние, конечно, но Дух Святой ему, видимо, сказал. Я в этом не сомневаюсь, потому что они многие говорили, не разумея даже этого. Как они могли знать, какие будут? Вот сказать, очень четко говорится, упала звезда, полынь. А полынь — это Чернобыль, черная былия, черная трава. Ну, так буквально. И воды сделались ядовитые. Полностью сходится с этим. Но это или нет, то очень похоже. Похоже. Это одно из знамений, которое Священное Писание указало. А надо ли? Зато говорит, не надо. Иудеи требуют чудес. Самое большое чудо Иона в очреве кита. И он обходил, ему поверили. А как ты прибыл? Кит проглотил. Все понимают, у него кислоты столько, что когда убивает кита, он человека заглотил. Ну это кашалот там, человек со шлюпкой пролезет в лодку к нему. То он уже сваренный весь. Столько, ну, в кислоту, в бочку, да, конечно. А этот тиной опутана голова, тиной, он пишет, дальше-то он молится, когда Иона-то. И это знамение, оно говорило Христе. Евреи знали, никто не знал. Христос впервые об этом говорит, что это было знамение, а в это никто не поверил. Поверили, что Бог накажет, на что он вообще векиталь, мы нигде об этом не считаем. Да как в это поверить? А ты поверил? Нет, конечно. Я маленько знаю, кто такие киты. Ну, сейчас любой может узнать. Вот поэтому, когда мы начинаем говорить, надо понять ту обстановку, когда было сказано, кем, для кого, с какой целью. И тогда картина почти раскрытая будет. И вот о чем сейчас считаем. Многое напридумывали. Вот сегодняшний день. Кушать можно только, когда первая звезда появится на небе. Вы уже поели? Да. Поели. Так, теперь я хочу на это сказать. Вот сегодня сочельник. И в сочельник, в самую ночь, Бог дает царице дочь. Кто это писал? Кто Башмачев-то? Друг Пушкина, Жуковский об этом пишет. Через забор гадать будут. Это самый гадальный день в году. Вот сегодня. А может перед крещением, два сочельника здесь. Но дело в том, что в субботу нет поста. Это канон. А попало как раз. А что побеждать? То, что Господне. Это установлено было такое. И поели, сделали правильно. Ну, можно было без рыбы, можно было... Да нету никакой рыбы. Пост идет, ни рыбы и не было. Не было, конечно. А старобрядцы так решили, говорит, сегодня пост там до обеда. Мне передали так, без масла. А после этого, ради субботы, с маслом поужинать можно. То есть они масло блюдо. Игра. 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 Да. Ну вот как? Как лучше-то? А как лучше? Лучше, конечно... Господне. Придерживайся, что канон восстановили. А что, сочельника нельзя есть, канона такого и нету. Я вообще не знаю. Канонами занимался, нигде не видел. Нету такого. Поэтому мы поели, никакого нарушения нет. Он не ел. И нарушения нет. Это дело ревности. Молодец, брат. Но не считать. Мы с тобой. Вечером, чтобы обязательно поел, нарушил субботу. Кто ест, не осуждает. Сегодня воскресенье, тем более. Сейчас только закончится мыть, она кормит. Относительно пищи, суббота, воскресенье идут на равных. Поклоны идут на равных. Люди, которые не знают, они начинают что-то выискивать. Не надо. Каноны есть. Поехали. А можно вопрос задать посторонний? Ну, ему задавай, главный. Я вот все слышу, Загуляев, вот плоскую землю. Он тоже в это верит, что ли? Да. Он тоже как раз... Прямо у меня мы беседовали часа три.
Так он же образованный вроде. Более того, Наташа последний вопрос мне задает. Когда уже уходили, и ничего не сделали. Она: ну ты на самолете летал? Я: летал. Ну, а они говорят, что земля ну, вращается и со скоростью там 8 километров в секунду. И как бы, говорит, самолет мог приземлиться на полосу, его бы, говорит, снесло бы. Я смотрю на нее. Наташа, ты на полном серьезе или вы смеетесь? Алексей: так, пойдем быстрее. Все, это хватит, ладно. Он думал, она что-то умное скажет, а она такое сказала, что он намного круче задавал вопросы. Хочу прямо сказать, он мужик все-таки. А ее поразило вот это. Почему самолет не сносит, если у нас земля крутится? Ну, почему вода не вытекает? Да много другого можно еще задать, чего, правильно? Вытекает. Вообще, как ветер дует только в этом направлении. А так бы только в одном бы дул, да и все. Я спрашивал, почему она не стекает, вода-то вся вниз, шарообразно. Так нет, я дурак, наоборот. Почему не стекает, они мне и говорят, потому что земля плоская, вся вот на плоскости, тут вся вода. А я, если бы, хорошо, что... Земля не шар, иначе она бы вся стекла, а там плешивые люди, они бы ее всю выпили, вол, и не было воды у нас. На той стороне плешивые люди. Как у этого? Волька и Бонолеша-то. Я даже не думал, что до такого дойдет. Это 50 какого-то года фильм. И через 70 лет это к нам пришло. Это невероятно просто. Как ладно? Ну, были бы необразованные. Ну, как-то это... Брат, ладно, сестры... Люди образованные, люди. Ну, хорошо, земля плоская, вот солнце, одинаково везде. Как в это время на 12 часов празднуется? А там тьма. Как она под столом может быть тьма? Она не освещает. Если она плоская, значит, плоская. Но тут не надо ни ума, ничего под не под столом надо. Тоже, наверное, на плоской земле люди живут, наверное. Так у них я ему сказал, везде, который так. Вот, они не знают ответа. Я докажу, в общем, просто. Давай, вопрос. Машину нанимаем, самый сложный, поехали на Байкал. Ну, и зайдем, вот квадрат сделаем 2 на 2 метра красным, ну такой высоты, чтобы как рамку. И теперь мы будем отходить и видеть 4 километра 800 метров. Если у тебя рост 1,70 м, ты его видишь. 4 900 ты его уже не видишь. А на стул стал, видишь, почему? Круглая. А почему нужна ровная поверхность? А это такая поверхность без волны, только на Байкале. Везде торосы, а в Байкале нету. Вот так. Поехали сейчас. Нет, не поеду. Ну поехали, ты один раз увидишь. Зиме горб видно. Вот когда идешь в деревне где-то, далеко деревни, а раньше журавли были, называлось это, воду щерку это, да. Перегибается-то. Или в море мачта, сначала показывается мачта, проходит уже полчаса, больше, больше. Я говорю, как она сначала мачта? Ну, потому что не видно корабль. Дьявол увлекается. Все, я поняла, я просто из-за бугра. Над людьми удивляюсь-то просто. Нет, это нормально все. Этот вопрос всякая будет скоро включен в да. человеков. Скоро будет включен вопрос принятия крещения. Этот вопрос будет. Он конкретно надо будет. Ты веришь, что Земля круглая или нет? Иначе по-другому просто никак их не будет. Ну я слышала, что читала, что. Иначе дураками Америке, будет полон вся церковь. В Америке 30% людей верят. Да никаких процентов. А общество образовано было 2500 только всего. Это они врут просто. Это они врут еще. Так же, как свидетели Иеговы, врут и все, что у нас там миллиарды. Во всех школах мира учатся, и люди понимают, что это круглое. Какие 30? Откуда? Более того, китайцы врут, что их 2 там миллиарда. Они врут все. У них 5. Вопрос такой. Да каких 5? Нету там ничего. Евангелие от Матфея, 16 глава, с 5. Чтобы боялись. А, поехали. Переплавившись на другую сторону, ученики его забыли взять хлебов. Так вот. Иисус сказал им: смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской. Толкование. Как закваска бывает кисла и стара, так и учение фарисейское и саддукейское, проникнутое как бы кислотою и вводившее древние предания старцев, заражало души слушавших. И как квас состоит из смешения воды и муки, так и учение фарисейское состояло из слова и жизни растленной. Давайте продолжим, чтобы потом поразмышляли. 7-12 стих. Они же помышляли в себе и говорили. То есть фарисеи, ученики. Это значит, что хлебов мы не взяли. То есть они не поняли про фарисеев, ничего, ученики. Уразумев то, Иисус сказал им: что помышляете в себе, маловерные, что хлебов не взяли? И еще ли не понимаете... И не помните о 5 хлебах на 5000 человек. И сколько коробов вы набрали?
Не о семи хлебах на 4000. И сколько корзин вы набрали? Как не разумеете, что не о хлебе сказал я вам, берегитесь закваски фарисейской и садукейской? Тогда они поняли, что он говорил им, берегись не закваски хлебной, но учения фарисейского и садукейского. Маленькое толкование. Так не везде уместно бывает кротость. И много силы имеет благоразумное обличение. Вот, пожалуйста, только что вы про эту землю говорили. Обязательно нужно было обличать. Я еще, когда он мне это сказал первый раз, я к Игнату Тихоновичу подошел, а вы знаете, Игнат Тихонович, ну это на спасение не повлияет. Потом оно все вылилось до такой степени. Дело-то было, ну человек там как бы веровал, а дальше-то там все приходит к лжи полной. Отсюда вот принятие всяких антихристов. И так далее, и так далее. Чипы там, все опережение идет там. Библию свою написали уже. Ну, дело того, что узнать нельзя было, это время должно было. Ну, вот да. Какой-нибудь там лживый, появляется человек, говорит, он сразу принимает. Ну ты проверь, он везде никто. Он сразу принимает. Ну Славик, уже специальная комиссия, пацаненок там, 7 лет. Он ничего не знал, он говорит, динозавры под землей, они вылезут, там будут. Ну, этого ничего нету. Он не может выйти из этого. И вот это самое лживое, даже никто не верит. Если он отдохнулся, он сразу берет себе в архив и мне сбрасывает, то считай это. Это дух лжи. Бороться нет. Ты борись с духом лжи, объявляй пост и молитву. Тут нельзя не все. В черный список сразу заноси. Это не он говорит, это говорит сатана. И вот Герман, это мошенник, это такой обманщик, который везде сейчас продает. Стерлинг. Кулька хлеба 1500, там прочее, миллиардер где-то. Он везде лжет. Абсолютно невоздержан, там дерется, лезет где-то. Он сразу за него ухватился. Какой-то там Авель ездит, учит, паспорта не надо выбрасывать. Он сразу за него ухватился. Он нужен для чего? Определить, да ты не знаешь, правда или неправда. Его позови, он сразу встанет, тогда бери другую сторону. Он тоже для чего-то человек этот живет. А все было нормально. И что интересно, я посмотрел из них, ну как, с кем мог поговорить. Почти все двоеженцы. И оправдывающий этот разврат. То есть дьявол лжи, он всегда оправдывает. Она не слушалась. А почему? У нас разные мнения были. У нас приехал один, и я спрашиваю, ну причина с прежней этой женой, как ты развелся, почему? Ну у нас, знаете, разные мнения были. Какие? Какие разные мнения? Крейсер Соната. И он говорит, а он считает газету, собака Ураган стала чемпион России. Она не чемпион России, она чемпион только Барнаула. Он говорит, написано Россия. Я сказала, что Барнаула. Ей не собака, не надо. Она именно об этом спорит. Дух лжи. Он считает, в газете написано. Я позвонил, так, Сережа, у тебя как? Чемпион России. Ну, написано. Да, это все говорят только так. Чемпион Барнаула. Ее нельзя сделать. Почему? Дух лжи вошел, и он оправдывает. Это дух лжи рогами и копытами стучит. И ничего, абсолютно ничего нельзя сделать. Вот сейчас говорят, где-то выступал министр сельского хозяйства, сказать, рынок наладили в Индонезию, теперь можем свинину сбавлять. А Путин перервал его, прерывать он не прерывает, а тут прервал, улыбнулся и говорит, в Индонезию как вы свинину повезете, когда там мусульманство, у них это под запретом. Путин у нас, какой президент, как много знает. Да ты ребенок знает. Не в ущерб Путину, то будет сказано. Да, молодец, все сказал правильно. Но какой тут критерий? Что мусульмане едят... Они нас свиноеды называют. А когда узнали, что мы не едим вообще мясо, они нам на почетное место везде. Я уж об этом не раз говорил. И вот всякая ложь, какая бы ни была, даже здесь у нас было, кто-то еще-то сказал, сразу поверил, ну да ложь, ты же рядом живешь, видишь это. Ну... Нет, это так. Ну ты подошел к лживому человеку. Он ни на собраниях, нигде, ни в церковь не ходит. Но он сказал. Я ничего не могу ответить. Он ему сказал. Да. Доводы абсолютно никакие. Он запечатан, сатана замуровал. А для чего? Для смирения никакого нету. Две жены, ищу третью. Дух блуда, он мозги скособочил. Я близко, очень близко. Ближе меня никто это не было здесь. Вот я беседовал, кого называешь, не хочу называть. Я говорю, ну а как космонавты? Космонавты были. Были, но никто никуда не летал. И деньги платят. И сейчас я забыл, сколько их. В общей сложности это 490 уже космонавтов было. Ну, во всех странах-то. И все обманы. Все обманы, это масоны. Да зачем это масонам-то нужно? Им деньги платят. Им
Он не понимает, что я ему говорю, не слышит. Дух лжи запечатал. Матфея 16:13. Придя же страны Кесарии Филипповой. Да уже это проходило. Мне до такой степени интересно, не знаю. Давай. До конечности дрожат. Все же придет время, ты придешь и будешь это все спрашивать, как Людмила Степановна о свидетелях Иеговы. А расскажите, не надо нам никаких занятий сначала. А потом с ней встретилась только раз. И надо, все. Ты слушай, Игнат Тихонович, он как тут несколько раз об этом говорил-то. Ты слышал, я не слышал. Посмотри в интернете. Что посмотреть? Где ты там найдешь что? Ладно, пошли. Придумаешь на ходу. Господь, да сохрани. Попробуй сам что-нибудь найти там. Людей надо обратить на покаяние. Ну это понятно. Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, за кого люди почитают меня, сына человеческого? Толкование. Далеко отводит учеников от иудеев для того, чтобы, никого не боясь, они могли отвечать смело. И прежде всего спрашивает о мнении народа, дабы возвести учеников на степень большего разумения и не оставить их в скудных понятиях толпы. Он не спрашивает, кем называют его фарисеи, а люди, разумея, простосердечный народ. 14-16 стихи. Они сказали, одни за Иоанна Крестителя. Что так быстро-то? Ничего себе, что никаких вопросов у тебя нету? Ну давай дочитаем. Разумея, простосердечный. А что ты не дочитал? Ты же дочитал. Разумея, простосердечный народ. Это толкование закончилось, правильно? Сережа, не надо так. Открой обратно. Че ты? Открой. Ну он сказал, это правильно. Ну давай. Ну это интересно просто. Остановиться, спросить, да. Действительно, потому что это очень важно. Что такое простосердечный народ? Это протестантское, когда шли, считали, а там мы считали раз 10 быстрее норма. Вот они простосердечный народ или нет? Вот мне интересно. Для кого было сказано? Так, ну давай, повтори, где вопросы задавайте. Давай, читай. Еще снова, захвати это место. Спокойно, нормально начинай. И не переживай, ты как? Месте, ты должен, да, здесь тебя столкнули, ты как-то отряхнулся, ничего нету. Придя же в стороны Кесарии Филиппова, Иисус спрашивал учеников своих, за кого люди почитают меня, сына человеческого? И толкование, то есть он не спрашивает Христос, кем называют его фарисеи. Фарисеи, понятно, кто такие. А спрашивает... За кого почитает его простой народ? Простой. Ну и давай поэтому порассуждаем. Да, отлично. Почему вот именно Христос спросил у учеников своих, за кого простой народ почитает, а не фарисеи? Фарисеи же они выше были. Ну вот это вот это почему, вот это перед, интересно. Перед этим он как бы... Давай про фарисеев, раз ты знаешь много про них. А от них уже оттолкнемся к простому народу. Что знали фарисеи? Это, гляди, обычно как перечисление идет, извини. А потом сейчас начнешь. Книжники, фарисеи садукеи. И садукеи. То есть вот три. Вот обычно их перечисляют. Вот давай про них. А потом на простой народ перейдем. Они завидовали ему, а простой народ ему что завидует Христу? Поэтому он склоняет учеников своих в сторону мнения простого народа. Они стоят. И перед этим он их обеззараживает от закваски фарисейской, которая есть что? Которая есть лицемерие. Еще вопрос у меня тогда. Ты имеешь в виду, что саддукеи, фарисеи, книжники, они считали, что они умнее, чем простой народ? Конечно. Так, теперь гляди дальше. Синагоги в этот момент есть? Да. Вопрос я задаю. Да. Гляди, в синагогах кто стоит на кафедре, когда берет свиток? Свиток же берет такой же, как у фарисеев, садукеев и книжников. Свиток он вытаскивает в синагоге. По которому читает, как Христос читал. В синагоге прочитал, ныне пришло время сие, что слепые будут, это олени схочат, кормы и так далее. Горы там запляшут. Ныне исполнилось это день, это год юбилейный. Он прочитал, и написано, он читал из книжного свитка. Тот же самый. У них тот же был свиток. То есть они в синагоге люди знакомились со Словом Божьим. И фарисеи, саддукеи, книжники с тем же самым словом. Или у них другое было слово? То же самое. Тоже. Все. То есть поэтому я считаю, что здесь немножко нельзя вот так прям сказать, что они были умнее в этом плане.
Дело все в том, что евреи с маленького возраста, они все учились читать, писать, считать только для того, чтобы Библию читать. И они с маленького возраста, сидел уже учитель, вот я сижу, им читаю, эти очки одену свои. И ни один из них не говорит: дядя Игорь, что ты там учишься? Или брат, что ты учишься? Дай-ка мне, я почитаю, у меня глаз получше. А я их прошу: братья, почитайте, что-то я совсем уж плохо вижу, тут вообще мелочь пузатая, ничего не пойму. Они уже маленькие, их уже экзаменовали, они уже такие, на такие вопросы отвечали. Вспомни, это очень интересный фильм «Искупление», когда маленькая девочка ей: дедушка, дедушка, а мы там типа оставили тебе кое-что. И уже он знает, о чем речь, и она знает, о чем речь, понимаешь? Квасной хлеб ищет. Да, квасной хлеб. А мы там это, и тебе немножко тоже осталось, мы так-то все убрали. И он уже знает, где на полочке, чтобы он видел, потому что он подслеповат, все. У них на полном серьезе все это было. Поэтому я бы вот не на этого поставил бы вопрос, брат. Не на то, что они знали больше, и поэтому они такие умные и так далее. Да? Я вопрос задам. За кого признавали Христа манихеи? За кого признавали его несторианцы? За кого признавал его арий? Все еретики, но все по-разному. Да. За кого признавали монофилиты, монофизиты? Переходим на русских. За кого Константин этот Циолковский признавал его? Вернадский за кого его признавал? Это один из безбожников. Ярый был. За кого признавала Елена Рерих или, это сказать, Блаватская? Да и Елена Рерих. За кого? Все по-разному. За кого признают его 2 миллиарда мусульман? За кого? Они признают Иса, Иса, Иса. Это наш Иисус или нет? И по порядку. За кого признавал его Гитлер? Он не говорил, что Гитлера нет. За кого признавал Ленин, Сталин? Это вот, тогда можно будет узнать. И мы должны христиане знать, потому что этим учением были увлечены очень многие. Вы ошиблись сейчас. За кого Гитлер Христа признавал? Да. А то за кого Христос нет, Гитлер. А то сейчас дети за не кого? Так поймут. Потому что эта речь сошла не о одном человеке. Они насаждали, как Генри Гиммлер, это главный вдохновитель идеи был. Они совершенно новое придумали учение. Ну вот теперь мы и поймем тогда как. А он кто? Наша четко и ясно. Символ веры, кредо. Дальше никуда. Ни на шаг. Ни конфторсы. Духа Святаго, понял. Господа истинного отбросили. Это вообще даже безумие нельзя назвать. Понял смысл какой? Самый главный смысл. Да. Бога истина от Бога истина. Отец истина, Сын истина, а Духа Святого истину убрали. Вообще. Это еще заметим. Это вот Никон сделал. А теперь, когда молится: Господи, Владыка живота моего, дух праздности ныне, либо начали празднословие, не дашь мне. Празднословие и сребролюбие написано. Сребролюбие – самый главный порок. Мамонисты, за что их антихристами, их пихи называют епископов, на которых Андрей Курай говорит: намордник надо надевать на наших епископов. Намордник, как будто собаки какие. Все, хватают и хватают. И вот тогда мы поймем, почему они отбросили из молитвы Ефрема Сирина, имели они право. А люди-то остальные уже не знают ничего. Слово «хребролюбие» не поминаются. Мы здесь считаем. Вот ну, так дальше, когда посмотришь, это суда, за кого меня признают? Братьев вот спроси теперь. Вот меня бы спросили раньше, когда Евангелия не было, за кого? Я бы ответил: сын Марии. Это я мог сказать. А кто больше из них? Я бы, конечно, сказал: Мария. Вот как католики, Матка Боска, это Мать Божия, все, а Христос где-то там неизвестно. Вот Андрей Кураев, этот, Кураев говорит, Ткачев говорит, вот сейчас, говорит, день пророка Илии, сколько народу было, не протолкнешься. Через 3 дня воскресенья, 5-й части нету, что вы делаете? Ну, придет на вас пророк Илия, он подвинчивает вам голову. Разве он звал, чтобы ему больше поклонялись? Это сегодня наш современник. Я часто читаю. Вот и все. В Южной Америке то же самое. Поклонение Иоанну Крестителю, Пресвятая Богородица, Иисус это ее сын. Ну, как Игнат Игнатьевич говорит. Так. В Южной Америке везде у них это. Христос Бог. А если я то не буду исполнять, и Христову заповедь достаточно. Вот сегодня спрашивают, как, ну, как сердце расположено. Можешь поесть, можешь нет, только пост соблюдай. Потому что воскресенье столкнулся с священником. То установлено каноном, а это выдумка. Но я больше придерживаюсь от того и другого. Можно? То есть, дело не в том, что они были умнее по Библии, а в том, как ты воспринимаешь библейские пророчества Божии. Простой народ, он в простосердечии принимал Мессию. А эти себе придумали другую религию. Они думали, на белом коне придет, они будут рядом с ним, потому что они это все правильно приняли. Понял?
А простосердечный народ не так принимал. И они за это его не уважали, простосердечный народ. Это простецы, это разве так можно? То ли дело мы, там сам Акиба Мансур сказал он. Как то есть правильно. Ты утверждаешь, что простосердечный народ принимал его за мессию. Да. А фарисеи восстание Бар-Кокба. Да, простосердечный. Давай читай. Ты меня остановил. А надо было дальше-то прочитать. Да не за мессию они его почитали. Приложите туда. Читаем дальше. Научи Володю, где платишь и все. Володя принимает полностью. Кого, Христа за мессию ты имеешь в виду? Так, все, дальше поехали. Нет. Ты меня вообще не понял ничего. По славу Божию, давайте. Ничего ты меня не понял. Я говорю, как простосердечный народ принимал Библию, Слово Божие, а не как Христа принимал. Христа принимал он так, что он читает 66 стих. Читай, твой голос превысит. Евангелие от Матфея, 16 глава, с 14 по 16 стихи. Они сказали, они, ученики, сказали мнение простосердечного народа о Христе. Одни за Иоанна Крестителя, не за Мессию. Другие за Илию, иные за Иеремию. Или за одного из пророков. Он, Христос, говорит им, ученикам, а вы за кого почитаете меня? Симон же Петр, отвечая, сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. Толкование. Одни называли Иоанном, как, например, Ирод, думая, что Иоанн после воскресения получил дар чудотворения. Другие Илиею, потому что он обличал. Ильёю, потому что он обличал, и потому что ожидали пришествия Ильи. Третий – Иеремию по его природной, а не наукою приобретенной мудрости, так как Иеремия определен был на пророческое служение в детстве. Петр по своей горячности предупреждает других и справедливо исповедует его Сыном Божьим, но не говорит – ты еси Христос, Сын Божий, без артикля, а с артиклем, то есть Сын единый и единственный, Сын не по благодати, но рожденный из существа Отчего, ибо Христами без артикля были многие, как, например, все цари и священники, а слово Христос с артиклем один. Вопросы? Ну вот, а книжники, фарисеи и саддукеи, они его вообще не принимали за пророка. Ну это и показано при Иоанне Крестителе. Там они спрашивают Иоанна Крестителя, ты кто такой там и так далее, выпрашивают его. А Христа вообще никак не... Если они там что-то задумывались еще, потому что много народа было вокруг. А Христос, он с таким странным учением пошел, что исцеление принимали, еду принимали, а... Признать за мессию, нет, это сложно очень было. Ну, как какой-нибудь пророк еще, конечно, это и тот, те в простоте сердца, кто получили, конечно, то, что они хотели. Кто хлеб получил, кто знаний больше. Ну, тогда, тогда толкователь нам разделяет фарисеев от простосердечного народа, что в том смысле, что простосердечный народ хотя бы его за пророков почитали, то есть они тоже ошибались, тоже они не понимали. 100% ошибались. Вот, те ошибались и те ошибались. Результат-то один и тот же. Но только те врагами прям конкретно его за врага считали, вот в чем дело. Что он мешает им, перебивает. Как сегодня в этой, в украинской, в московской патриархии. Дело-то идет за кормушку. Больше ничего там нету. Ну какая разница, везде православная церковь. Ну, патриарх, как бы поступил патриарх нормальный? Он услышал, что там территория ограждена, ну, правительство, ну, не принимает она Россию. Это как было в гражданской войне, конкретно. Нужно сразу принять канон 350, там, какой там, 362-й. 362-й канон, какой? Если территория одной епархии разделена границей, на той территории епархии, где епископа нет, выбирать своего епископа, ставить его туда, и все, это будет отдельная епархия его называть. Вот так вот и все. И так бы он тоже решил, сказал, ну все, ну не принимают нас братья там священники. Ну переходите, будьте в украинской церкви. Какая разница? Вы же людей ко спасению ведете. А тут такая битва идет. Ну понятно, что это все идет только за деньги. Потому что с тех епархий, которые на Украине, денежный поток от всяких свечей и так далее, что там они продают, от треп. Он идет к московскому патриарху, и больше ничего там нету, ничего. А люди,
на полном серьезе меня спрашивают, там сейчас религиозная война начнется, вот те, которые за Москву, и те, которые за Украину будут биться, я говорю, вы сами не понимаете, нету этих двух сил никаких, их нету, это миф, создающийся вот просто образ информационный, числа там какие-то, нолики есть, а сил нету. Священники никого не поднимут, они испугаются. Начал вчера маме рассказывать, говорю, патриарх просто, который Филарет, он сейчас заплатит больше московским, кто от московской патриархии, священникам, зарплаты, мама. А они, наверное, зарплату не получают, они же священники, они там... Я говорю, мам, ты там у себя 20 лет уже ходишь, ты что, не знаешь, что они зарплату получают? А они нам не говорят ничего. Да ты что, говорю, а что они тебе еще скажут? Что у них крылья не белые, а черные? Ох ты, мама. Она, а они зарплату получают? Родилась я. Я говорю, конечно, получают. А как бы они жили-то? Ты что? А я думала, они как ангелы, вот там, что люди дадут им. Я говорю, ой-ой-ой, мам, как мы друг от друга далеко. Вчера выдали этот Томас или что такое? Константинопольское. Да, это особое послание. Послание такое, просто и все. Послание, да, накручивают. Закручивают. Они, оказывается, становятся филиалом от Константинополя, как бы. Филиалом. Да. Это греческое, все, теперь грекам что-то там будет попадать. Да. У них ничего нет, у них промышленности ничего нет. Мы там были. Проезжаешь километров 70, все перегорожено. 18-20 проездов, везде плати деньги. У нас сантиметров на 20 выше машина, платите как за грузовую. Мы столько там заплатили, не рады, что тоже заехали. Они всегда были такие. Табак сюда в Россию завезли, их отправляли в Сибирь, говорит, соболей ловить. Это все они завезли. У них священники выйдут, сидят, курят. Благослови батюшку, он папиросу в левую руку положил, опять перекрестил, папиросу и курит. Епископы курят. Сегодня, вот, какой есть. Они в жертву, прям в храме, на территории храма, из храма выходят, там специальная дверь, в жертву баранов приносят. Агнца называется. Я когда услышал, я говорю, ты кто такой? Ехали вместе с греком в поезде. Он, я православный, он по-русски хорошо говорит. Я говорю, а крест есть? Есть. Показывает крест православный, все, сам черный такой, как уголек. Я говорю, слушай, если бы мне рассказывали, ну ты мусульманин, мусульманин, как вы приносите жертву? Там у нас мозаика, все, там Христос, там Агнец, и мы прямо на этом месте вот приносим, потом это все замываем, эту кровь там. Кошмар. Я говорю, кошмар! Вы что делаете-то? Евангелие от Матфея, 16 глава, 17 стих. Тогда Иисус сказал ему, Петру, в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Толкование блаженным называет Петра, как получившего ведение от Божией благодати, а соглашаясь с ним, очевидно, обнаруживает ложность мнений других людей. Документальный фильм смотрю о Южной Америке, как религия. Называется «С ног на голову» передача такая. И парнишка ездит по всему свету и такие интересные темы выбирает, когда непонятно. Вроде говорят одно, а там совсем другое. Ну и он туда поехал, потому что ему рассказали, говорит, там, а кто там? Там христианство. Ну, говорит, очень странное. Ну, говорит, когда приедете, вы все поймете. И он приехал и обращается к ним. Вот у меня так это, ну, совет как вот, кому обратиться мне, чтобы, как бы, вот мне плохо так на душе все, как бы мне вот, чтобы, ну, получше было на душе. О, это у нас, пожалуйста, тут вот через одну. Заходи, вот там лачуга такая, заходит, там женщина сидит. Все в иконах, в статуях, Пресвятая Богородица, Иисус Христос, там святые, прям сонмы святых. Все, садись, он сел, так, посмотрела на него, ой-ой-ой, ой, какой же ты грязный-то, ой, как, ой, внутри там у тебя столько грязи. Ой, сейчас нам поможет, а там все у них птица, птицы, петухи в клетках сидят, куры. Достает этого петуха, шепчет вот так на него, что-то шептала, там разговаривала с ним, потом берет ему голову вот так хрумкс, кровью вот так покропила, на него вот так раз, вы что делаете? Вы что делаете? Пацан это, вы что делаете? Вы зачем убили петуха? И такой от камеры уже уходит потом.
Так, я не буду уходить, я же специально это хочу узнать, что... Это что такое, такие глазенки у парня? Вы же христиане, вы зачем петуха убили? Она... Петух очень чистый, но все, что в тебе было плохого, мы сейчас... Я ему наговорила это все, ему. И теперь петух очень грешный, он плохой, и ему так и так нужно было погибнуть. Он... И что теперь, его нужно будет съесть? Она... Ни в коем случае, это никак... По обряду настоящему мы его сейчас унесем далеко и закопаем глубоко. Сами съедим. Как вам это все? Христиане. Язычество. Я смотрю, и думаю, а там, когда были проповедники последние, истинные, им и там, я не думаю, что на них просто так будут смотреть. Да где это? И он говорит, это этот... Сейчас Венесуэла, вот что-то там такое, Южная Америка, вот как самая Южная Америка. Там майи, где он говорит, там племена майи. И он говорит, они до такой степени недружелюбные, чтобы, говорит, мне вот тут что-то выспрашивать. И про, я, говорит, ходил очень долго, говорит, вы не думаете, что я так быстро попал куда-то. Тут, говорит, прям смотрят так на меня, говорит, как этот Ленин на буржуазию. Так что, как ты Христа себе представишь? Кто для них Христос? Для этих людей? Кто? Они понятия о спасении не имеют. А мы говорим о греческой церкви. Игнат Тихонович, можно еще вам вопрос задать? Можно? А вот вы говорили, что когда-то пришли, это, ну, с Украины, когда советская власть на Украине стала, да? Стали церкви, после советской власти, как установилось. Да вы громче говорите, половина. Когда советская власть на Украине стала. Но... Да. Вы говорили, что униатские церкви стали, да, христианскими. Да. А вот эти монастыри, Печорская там, или еще два монастыря, да, они тоже униатские были? Да нет, с чего это? На Украине. Ну, вопрос какие? Снятые вопросы. Сейчас же стоит вопрос, вот сейчас будут... Ну, уже все доказано, мне не надо, никакой роли не играет на спасение, но они в этом видят, потому что в этом их вера. У них, вот сейчас, допустим, ну, человек учится в семинарии, рукоположили священникам и дают задание, ну сколько, ну 50 священников вышло здесь. Теперь каждому дать район где-то и образуй, ничего нету. Вот же там пугалом огородным будет стоять, он ничего не сделает. А где храм? А вот теперь ищи людей, теперь делай как есть. Я считал, в Америке, как они учат, когда забрасывают где-то. Учат его. Тебя сбросили с парашюта, у тебя ничего нету. Как в Спарте было. Закончил курс, так, его вот так вот под нос, а потом пинком через забор. Явишься через год. И чтобы был одет и как положено, не воруй, что угодно делай. Но никто тебе помощи не окажет. Тогда ты принятый, курс окончил, экзамен главный. Здесь та же самая история. Ему надо православие показать, а он его не нюхал, это православие. Вот ты знала Бурдина Александра, потом благочинный Красноярского края. Он говорит, вы ничего не знаете, что делается. Я говорю, как, мы молимся, только что молитесь. Но я тебе задам вопрос, ты можешь ответить? Да не это. Ребенка убила она в чреве. Как ее вымолить теперь? Она теперь стала верующей. Вы какой совет дадите? Ну как, ну похоронили, молись и все. Нет. Нужно взять петуха и сжарить его. И ночью подойти около храма, перед входом закопать его. А потом специальной палкой оттуда его неглубоко вытащить оттуда. Вот теперь все грехи отошли. Петуха дожарено, да перед церковными вратами. А теперь и думай, что в горшке выпарится. Понимаешь, как? Хуже май. Вот мы едем мимо около Одессы, там Николай, мне говорят, а вот здесь отец Василий живет. Я говорю, а чем он знаменитый? Его тогда был митрополит Сергий, там, одесский, он его запрещал несколько раз, опять. Он отпевает всех. Но она придет, говорит, ребенка-то нет, распашоночку принеси. Он распашонку причащает. Я говорю, да не может быть. Его вот недавно только запретили, опять сейчас приняли. И больше никто не сделает. Да это же благодать. Ей говорят, да крещение-то было 300 рублей. Нет, это благодать особая, 3000 рублей. А мать мучается, во сне снится. Ну что делать? Мне сегодня прокурор мамовский приснился. Кошмар.
Да вы первый раз было. Сидим на диване у него, я зашел, он такой печальный, я сел рядом, с ним разговариваю мирно так, призываю к молитве, никогда не видал. Ну что теперь, может он смирился, а может наша молитва его беспокоит? Понимаешь, ну сколько у нас всего, а то Христос и Библия, два слова, Мартин Лютер выразил. В мире одна книга, Библия, одна личность Христос. Это даже Златоуст не говорил. Все в одной фразе. Я маленько не так спросила. Вот эти два монастыря на Украине, которые, Печорская и еще, они тоже когда-то униатские были? Нет, они не униатскими не были. Ну, как-то не так дело обстояло. Потому что это как всемирная святыня. Как Афон, да, например? Ну да. Ну все ясно. Это всемирная святыня. Пришли там, когда-то пишет этот Тихон и Шевкунов, сейчас он митрополит. Вот слово сказать, мне скинули ролик, и он там с Псковской епархии новинку ввел. Выступает он, и все это напечатали. Так, вы все знаете, когда епископ едет, провожает где-то, с ним свита, и каждому в конвертике должны дать деньги. Каждому. Сколько ропота. Я отменяю, чтобы нигде этих конвертиков не было. У нас есть такие приходы сельские, у священника нет хлеба поесть. Он должен ходить и выпрашивать. Вы сейчас соберитесь, которые есть богатые, буквально переполнено, но уделите своей братье это. Он новенький, смотри, он как ставит вопрос. Я за него каждый день молиться должен. Я молюсь. Тихон, Шевкунов. Говорят, он исповедует Путина. Его исповедующий. Можно? Я хотел сказать, вы, наверное, немножко не в курсе. Дело все в том, что униатство – это граница. Граница России – это было раньше униатские. Почему? Потому что вот Львовщина, там Черниговщина, там очень много было униатских церквей. Что такое уния? Уния – это объединение православия с католичеством. В каком плане? Обряд остается православным, а подчиняются папе римскому. И деньги туда идут. С католиками связаны. Ну, папа римский католик? Ну, все. Вот это униатство. Понимаете, что такое? Ну, то есть, твои, если у нас подчинения идут митрополиты, там кардиналы у них. Понимаете? Есть какой-то кардинал, который курирует, который по православию. И я все. Я хотел сказать, только кардинал интересно у них. Я думал только действительно, это как митрополит. А у них, говорит, может так диакон, кардинал через дефис. Как диакон? Ну, только их мало. Ну, да. Ну, как у нас батюшка. Я... Кардинал там, как бы, они говорили, что это близкий человек к папе. Вот как викарный у нас, вот, типа такого что-то. Вот, только у нас викарный епископ может быть, а у них даже диакон может быть. Поехали. А как это называется, когда деньги епископу перед... Это как, каким словом это называется? Побор. По-другому не назовешь. И он отменил это все тихо. Чтобы больше этого не было. Я даже не знаю, что это. Конечно, ты что? Никаких конвертиков. Это симония называется. Но он отменил только в одном месте. Ну, в Псковской епархии. А в другой он не власти. Ну, пример? Пример. Ну хорошо, а раньше, когда поборов не было, десятина была когда-нибудь? С первого дня. Десятинная церковь называлась, князь Владимир. Конечно. Хорошо, тогда вот эти вот все приходы, десятину отдавали священнику, а священники десятину, они все равно в Москву или куда они эту десятину отдавали? Там определенно, допустим, если получает он священник 1000, то диакон получает там 500, там которые еще делят пополам. Вот, допустим, срок, когда можно венчать, 16 лет. А он повенчал, а ей всего 13. На него епитимия отлучается от служения на 3 года. 3 года, которые он взял возраст, добавил. А диакону половина этого срока, 1.5 года. Я не про отлучение спрашиваю. Это я читал нормативы. Игнатий, вопрос про деньги. Его деньги интересуют, мани-мани. Деньги. Как... Если сейчас поборы, куда деются деньги? В карман у каждого сам дедет поборы. Ему в конвертике дали, он их перед кем не отсчитывается. А как должно быть? Они все равно, священники должны епископу деньги до десятину отдавать. Ну, конечно. Это когда едут с кем-то архиереем, ты не понял где. С архиереем едут на богослужение, вот приехал к нам. И батюшка обязан каждому дать конвертик, кто приехал. Он отменяю это, говорит, все. Покормили, езжайте домой.
Тогда епископы вообще перестанут ездить. Зачем тогда нужно куда-то? Разорение. У меня спрашивают, и стул, Иван Суворов. Ну, к вам приезжает епископ, да? Я, говорит, не знаю ни одного епископа, чтобы это на разорение не приезжал. Приезжает, обязательно должен положить. Нет, нет. А он взял, пошел и в карман положил магнитофон. И он записал, он говорит, ты еще приближали тебе, ты не мог всем священникам дать? Да у меня больше нету. Так, я спрашиваю, ты отдашь или нет, сколько нет? Не доплатил-то. Он говорит, я сказал, нет, ничего не делал. Он все записывает дело-то. Ничего себе. Значит, распрощайся с местом. На твое место вот этот будет поставлен. Он тогда опубликовал, сейчас там интернет гудит. Ну, который взятку-то брал, они его перевели на другое место только и все. Ну, конечно. Это мелочь. Ворону глаз не выклют, и пес на свой хвост не оправится. Хорошо сказано. Вот и все. А то решили, это религиозные войны. Это даже, а это кое-что из жизни. А выход где? Никакого внимания не обращай. Я говорю, я знал такого епископа, кто? Я говорю, Евтихий Курочкин. Ни рубля ни разу не просил. Конечно, батюшка и приезжал, деньги там все привозил, все как положено. Но он не просил, он бедный. Он как апостольские времена были. И поэтому он сейчас на этих архиереев говорит, вы антихристы, обираете людей, обдираете их. Антихристами назвал. Чего же он так поздно назвал? Раньше не знал, что ли. Поздно у меня прозрели. Спросил. Понимаешь, кто к кому склонен? Вы в лагере у меня были? Без платочка за стол не сядешь. Все выбросили, сопли-то с собой унес. И сидишь рукой, как Жириновский, вытираешь. Что, нет платочки у тебя? Нет, у них нет. Где-то? Дай платочки. Они соплями берут, сейчас везде там обтирают об эти половички. Тряпочку обыкновенную-то. Зачем ты из дома выходишь? Вот смотри, вот этот карман, сколько карманов есть справа у всех. Платочки. А это до дома только, он вышвырнет, ему не надо. А священник, знаете, конечно, священник обязан десятину отдавать. Обязан, написано десятина, десятина. В карман вот сюда, в рубашку. Епископу, да, или кому он дает? Да, справь, чтобы всегда был. Эта вещь идет, когда он получил свое. Но когда много-то там где-то, у нас один священник, так принято было, а там это дается в епархии, десятина должна. А там они должны ее распределять. Но тогда должна быть закрыта всякая торговля. За деньги никаких крещений, они на это никогда не пойдут. Десятина, зачем вам не нужна? За десятину, если все платить и не торговли, он получит раз в 100 меньше. Вы даже не знаете, какие деньги там крутятся. Ой-ой-ой, там деньги хорошие. Мне говорят, вот вы говорите, то другое. Вы маленько-то соображаете, что вы говорите, у него прибыль 2. До 1000% выгода бывает. Как изготавливают соплинские там крестики, свечки. А при 400% выгоды, Карл Маркс говорит, нет того преступления, на которое капитал не пойдет под страхом виселицы. При 100% он уже оживление показывает. Иван Ильич, вот интересно, как Господь делает. Вот это же давным-давно должно было бы все быть известно, о чем мы сейчас говорим. А вот крещение, они все равно воду людей погружать не могут. Они же могли за это очень много брать. Допустим, раньше мы просто вот так мочили, крапили. А теперь в 10 раз больше. Вы же раздеваетесь. Это мы целую руку погружаем. По идее-то вы, да? Так уже есть это. А, уже пошло? С погружением, без погружения. Ты-то опередили меня. С погружением ладошкой 300 рублей. А если с погружением 700 рублей. О, пожалуйста. Ты хотел на этом Нобелевскую премию получить? Я думал, да. Это мне сейчас. Сейчас с вертолета прям мне выбросят сюда. Не самое. Крышу пробьют. Простое крещение 500 рублей, с погружением 3000. Вот и нормально, да. Это вот хорошо. И даже это не могу до конца сделать все равно. Все равно это уже не постоянно, нигде. А так вы глядите, у нас в храме бассейн, мы греем воду. Ну вы что там, такие деньги, золото должно быть одето мы. Все. Показывать, как священник крестит ребенка, купель, люди стоят. И он вот так вот берет, девочка, это большая, она стоит. И он вот так вот, бац, все, она стоит там. Потом второй раз, бац, а вода там волнами, все, пол заливает. И третий раз он ее, как он не попал головой на край, голова отлетела сразу. Ну его сразу запретили на служение на полгода, что ли. Что разбойник или пьяный. То есть ненавистная какая-то пришла, паразит утоплю. Вот как будто он говорит, это не то, что там крестит. Ну, это заснято все. И вот так вот из купели туда сюда. И третий раз он ее туда прямо обидно, свирепо так. И стало. Старается. И главное, дошло до архиереи и запретили его. Сразу запретили, убрали. А там ребенок один умер. Умер, и отпевать не стали. Почему? А он у Филарета крещеный. А этот поп отказался его крестить, потому что тот под анафемой.
Меня спрашивают, а как? Я говорю, вам больше заниматься совершенно нечем. Ну, вообще нечем. Ты иди и благовествуй, остальное без тебя разберутся. Это правда. Ну иди, не хочет крестить, ну иди к другому, который. Ну что ты из этого создаете-то? Ну это как в клочках вот этот. Не пойду отпевать. Перед Богом. Каждая епархия должна быть автокефальной. Вот Андрей Кураев об этом и говорит. А я всегда об этом кричал прямо. Нигде этого нет. Христос не ставил, что епископ, и теперь все. А дальше ставьте патриарх. Этого не было. Нет. Все апостолы в равной степени все пошли, а равные. Ты на машине. А наш батюшка десятину с десятины кому отдает? Епископу. Кому отдает? Зачем тебе? Ты сидишь тепло. Это все его деньги. Крышу перекрыли. Я говорю, кому отдает? Ну сейчас, в данный момент, кому он отдает? И все идет на дело. А где он ездит? Никому не отдает. Это не ответ. Отсюда еще раз я буду говорить. Когда он ездит по монастырям? Понятно, не знаете. Откуда я знаю? Я знаю только, где пожар был. Пришла благодать. Зачем ты эти вопросы задавать? Ну ладно, задал вопрос, надо ответить. С Томской епархии пришло. Сгорел храм, и батюшка сразу посылает туда. И на него пришла благодарность от Ростислава, митрополита. Да батюшка, мы знаем его. У батюшки ничего не пропадает. Милость батюшкину мы знаем. Это он да. Только приезжает, Володя купил угли опять на 17 тысяч, опять положили. Он узнает где, а ездили сколько раз в этот, на Донбасс везли там вообще. Он без этой десятины, без всего проживет. У него около 100 овечек. Матушка там все продает, у нее 4 огорода. Сейчас увидишь. Десятина не ему нужна. А мне? Нам. Вот я сижу за столом перед вами. Вот я достаю из кармана конверт. Что написано? Считайте станин. В кармане держу. Десятина. Ну это мы. Ну. А вы за год отдаете. За год даю, отдаю вперед. Я посчитал, сколько она десятина. Так, 7141 у меня рубль, а десятина. И за 12 месяцев получается столько-то. Вот оно все заложено отдать. Но его не было еще в этом году. В кармане с собой. Я боюсь умереть, чтобы не отдать. Батюшка не нуждается в этом. И он богаче меня. У меня ниоткуда ни рубля нету. А я должен отдать. Мне это надо. Мне десятина нужна. Не Богу. Бог постановил. Я трясусь. В январе я уже отдаю за год вперед. Батюшка за себя ответит, а мы за себя ответим. Посчитал, и чтобы не ошибиться, я положил побольше. А он у меня родной брат. Мне не надо об этом думать. А он берет свободно. Вот такой мне нужен священник. И на себя ничего не потратит. Аминь. Да, это да. Это редкость огромная. Батюшка умрет, теперь так они будут. Вот она будет давать. Определенно распределять, отдельно деньги на уголь, отдельно на дрова, то есть на все, что нам требуется, и остальное. Заранее будем договариваться. А если в других местах будете проповедовать, причащаться батюшке не будет, сразу усвоимся. Ходили туда, батюшке в руки передайте за этот месяц десятину. А причащаться не чаще, чем 4 раза в году. Нам за все хватит. Я вопрос задал не к тому, что там я батюшку в чем-то подозреваю. Он десятину отдает с моей десятины. Да. И десятина с моей десятины должна идти епископу. Так и идет. Нет, не знаете? Не знаю. А мне бы хотелось, чтобы... Ну если епископ торгует и проще, зачем ему отдавать-то? Хотелось. Если епископ не торгует, ничего у него нету, тогда так. Ну и в тихий. Речь идет о том, что будет или нет. Наш и в тихий не торговал, пусть он и в тихий отдает. Что, он не берет и в тихий? Я не знаю про это, я говорю. Он же тебе не надо. Батюшка едет, покупает мед, у него такие банки стоят, и с собой едва посадишь его. Везде с подарками едет. Зачем мне это надо, я объясняю. Что разговор, что клеймят нас, что у нас нет епископа, и поэтому мы секта. По барабану. Да ты не мучайся этим. Ты мучился печать Антихриста, увидел в паспорте. Я этим не мучаюсь. Да слава Богу. Он а что ты говоришь? Еще он сказал. От этого еще. Вообще не думай об этом. Это политиканство люди. Каким образом? Секта. Собачья идея. Секта, отрицание института священства. Отрицание. То есть я не зачем мне епископ? А у нас кто? Не уплата десятины епископу, это и есть отрицание. Ну, вернем тебе. Успокоишься, тебе отдаст десятину обратно. Я не епископ. А тебя тогда не брать, вопрос снятый. Почему у меня вопрос не возникает, а в кармане ношу? У меня страх Божий есть, а у тебя нет, что ли? Я плачу десятину. Я тебе еще раз говорю. А ты что? Епископа нету, батюшка другое место отдает. Так я зачем туда? Нет того дела, в котором мы должны отчитаться.
Ты помнишь, приезжали Булатов тут, на перевод Библии-то? Они у нас вывели через два посещения на первое сестры, место. Сестры, перестаньте. Меньше, чем шестизначная цифра. Перестаньте! Не, не надо кричать. Тихо. Меньше, чем шестизначная цифра от нас не уходила. Володя, а куда это письмо делали, от Булатова? Пришло поздравление. О-о. Библейское общество сибирское. А вы еще рассказывали, когда не было ничего. Ну, это то же самое у нас может быть. Вы отдавали баптистам на печатание. Да. И причем тоже хорошие, говорите, деньги были. 9 десятин. Ну. Я никогда так не что... спрашивал, куда мои десятины. Так что я тут находился. Дело не в том, что кому там кто почему должен сколько. Почему у меня в жизни ни разу не возникло этот вопрос? Я иду к баптистам, почему я верю, доверяюсь им. Я узнал, они тайно там содержат, печатают под землей где-то в Латвии. И я ко мне, которые тоже туда. Теперь на еду 25, это, сколько у нас, подожди, как бы сказать-то. Ну да, 25 тысяч. Рублей. Вот сколько у меня в доме живет, все по 25. Девчонки жили, три студентки. У вас есть деньги, родители помогают, будете, положите. Теперь, а потратили по 15. А там у нас десятина, мы сразу раз туда. А потом пошли, отнесли, узнали. И кому отдали? Баптистам отделенным. Я никогда, дальше меня не касается. Я для Бога это делал. У меня вопрос никогда не возникает об этом. Почему у тебя возникает? Вообще непонятно. А ты сам себя... Говорили, столько тут разговоров было, так, и ты... Смотри, зачем ты этот вопрос подаешь? Подаешь эти вопросы. У тебя подозрение на батюшку есть? Когда у вас вопрос этот не возникал, у вас не было клевет на общину, что вы сектор. Да почему? Да не надо тебе это вообще. Сегодня, потому здесь, 27 лет. С первых дней было, говорили, из-за сектор. Епископа не было. Да вот сейчас епископ Ютихий был. Ну, секта, так и говорили, секта. И что? Кто у нас епископ? Я сколько раз говорил. Зачем тебе это? Зачем мне это надо? Митрополит здесь? Не надо мне ничего, не надо. Ну, Илларион сказали, и ты под кого подыгрываешь? Батюшка Илларион напоминает. Ты что, как учёртый-то такой? Он Иллариону отдает десятину. Нет. А за что ему отдавать? А за что ему отдавать-то? Ему Сергию не отдает, тоже не отдает. Опять ты что-то какую-то ерунду мелешь. Подозрение есть у тебя. Да это ерунда самая настоящая. Не плати. Наше дело батюшке отдать. Мы поговорили с батюшкой, чтобы тебя не брали, чтобы вопрос сдох. Ну. Мы батюшке даем. Я в кармане ношу, почему ты не носишь? Да я уже отдал, и дай тихонечко. Еще раз говорю, это вопрос еще раз. Я не в кармане, ты этот вопрос сколько раз задавал уже? Тебе объясняли, ты вышел? Вообще. Потому что не объясняет. Нет, это блуд съел мозги. Конечно. Запомни, блуд их судоумен. Один раз ответили, однозначно. Нам не надо по названию. Иларион приходит, поминает епископ место. Ты что так серьезно к ним относишься, кто в интернете, дуракам? Тебя вообще не удержаться. А нет, у нас епископ такой-то еще, допустим, крыша тебя крышует или что? Зачем тебе нужен по названию? Для нас родной, близкий теперь кто? Здесь. Митрополит Сергий. А для кого? Для кого для них? Так, поехали. Да, Сережа, заморозь, это истреби, постом истреби эти вопросы. Не надо для кого задавать, для себя. Уже объясняли, дальше объяснять нечего. Эти люди бесполезные. Тебя прям лоподлавливают, ни на счет. Да, только паспорт антихристов, печать принял. Да и на собаках-то его тоже легко подлавливают. На собаках тоже. Ну, это не надо. И только сказали, он уже убирает там туда-сюда. Ни одну еще не убил собаку. Че боец-то? Ну, стыханул ты ее там, ну и что? Там такие собаки у него, он загрызет любого из нас за 5 секунд. Интересно, рассматривает один святой, вот там, узнал, который сблудил, у тебя пёсья голова, ответ. То есть блудишь человек, у него пёсья голова собачья. Поэтому ни мозгов, ничего нету. Не надо это делать. Четко и ясно. Бог постановил, вопрос снятый. А другие, а сейчас Новый Завет. Я за того говорит, не меньше десятина, если праведность не превысит праведности книжников фарисеев. У меня никогда не возникало. Я только услышал мир на десятину, у меня как огонь вспыхнул. Я благословлю тебя, я решил благословение все взять. Буду 9 давать. Людмила Степановна, на двух работах. Подождите, дайте договориться сестре. Нет. Дай слово ей. Нет, нет. Говорите. Говорите. А, мое слово. Да, да. Вот как, ты задал вопрос такой. А когда мы поехали, там батюшка, я говорю, так я поеду в Тюмень же, мне там еще десятину нужно отдать. Это кому будет исповедоваться. Все, я не задавала этот вопрос, он сам так ответил.
Тюмень, а кто в Тюмени? Ну, он ездил, кому исповедовался, тому и отдавал. Сережа, тебя тянет в этот дебри. В 37-м году во всей России ни одного епископа не было. А кто над нами епископ? Я один вопрос не ставил. Все в котомке лежало. Сережа, вот те, которые там вот на занятиях у тебя присутствуют и так далее, это фантомы пока что, понимаешь? Ну, там кое-кто есть люди. Сергей Игнатов приезжал. А остальные фантомы какие-то. И ты туда что-то стараешься там вложить. Ты читаешь там, что они пишут-то хоть? Рядом колонка-то идет. Я только почитаю. Захочешь кому-то там ответить, говорит, почитаю. Он там такое пишет. Ему просто ты ничего не ответишь. Это бесполезно. Ты что, не видишь, что там... Они даже не придурки. Там сатана. Я думал раньше, может, они далекие умом. Там сатана действует среди них. Вот в этом чате. Чаде в этом твоем. Ты там раз вставишь место писания и так далее, а они что вставляют? От себя тяну какую-то подлую. Думаю, ну что это такое у нас? Ну почему? Ну немощные в вере, но учить надо. Да, брат, чему ты научишь, если да, он тебе не считаю. Отвечает нормально ничего? Считай. Если он там, прости, брат, там хотя бы написал. Это надо конкретно смотреть, где что написано, так я не знаю. Мы обязательно, если не так, там подправят, скажут. Там очень хорошие люди, которые хорошо знают ту обстановку, где живут. Наталья там выступает, а Женя, этот Евгений Трапко, еврей, живет там среди Иерусалима, где бывает. Там очень ценные мысли кидают, я их на события дня переношу. А который не так, его как бы не сказал. Все, поехали. Что, может быть, закончим? Да, надо закончить, потому что... Надо же готовиться еще завтра. Да, давайте. Час прошел. Ну да, больше часа уже. Достойно есть якого истину, блажите тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, бежественнее Бога Слово родшую, сущую Богородицу тя величая. Игнатий Ильич, помолитесь. Отец наш Небесный, мы просим Твоей милости. Благослови нас, слышанное Слово Твое, понести к тем, которые ничего не слышали о Тебе. Помоги нам в радости встретить Рождество Твое Святое. Посети пытаемых, убиваемых детей Твоих, чтобы никто не отрекся. Приготовь эту землю к великим и страшным испытаниям, грядущим на всю Вселенную за отступление от Тебя. И в чем мы погрешили здесь? Прости нас, Господи, и помилуй. Тебе слава за все, Отец и Святой Дух. Аминь. Во славу Божию. Спасибо. Сестры, кто хочет доехать до...